В музее 6 залов, и в каждом из них любопытные экспонаты, рассказывающие о том, как в Сочи в разные годы работали сотрудники внутренних органов. Но дети есть дети, их, конечно, более чем информация, интересуют редкие вещи. Ребята, значит, вот смотрите, в 70-е годы, 1970 года, мы работали вот на такой технике. Это наш компьютер, печатная машинка. Вы сейчас печатаете на этом, а вот мы печатали вот на эти машинки. Машинки были, потом появились они, электрические машинки уже стали, но принцип один тот же. Для школьников 2000-х это незнакомый экспонат, который заменили компьютеры. Отсюда и такой интерес напечатать самим хоть слово. Мне понравилась печатная машинка. Мы там печатали имена. Школьники любят рассматривать старинные экспонаты, фотографии, медали и форму, которую носили милиционеры советских лет. А еще заинтересовали фотоаппараты. Такие действительно можно увидеть только в музеях. Фугашка вот эта старая, СССРская, походу. Но я первый раз вижу. Эта акция проводится в первую очередь для повышения уровня патриотического воспитания нашего подрастающего поколения. И в одним из немаловажных вопросов в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и многие другие вопросы. Но судя по тому, как сейчас проходит экскурсия в музее, школьникам это очень интересно. Подобные экскурсии проводятся часто. Сюда приглашают ветеранов МВД на встречу со школьниками. Все для того, чтобы они знали хоть немного из истории службы сотрудников полиции. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.